Вот такие вот букашечки. Это у нас стекозы. Тараканчики всякие. Вот это тараканчики, да? Вот это тараканчики. О, как много тараканов. Это тараканы, что ли? 1,20. Тараканы. Это не... Личинки. Личинки такие, вкусные. Мужская сила. Да. Корень женьшень, по-моему, лучше помогает. Не знаю. Я в Вьетнаме мне попробовать дали как-то. Я там потом неделю умирал один. Я же один приехал. А вот это вот... А вот это точно жучки, да, какие-то? Как их есть, я не знаю. Рынок еды на ночном рынке. Чего только тут нету. Сам я взял вот такой кокос попить. Роллы взял себе и еще там какую-то рыбу. Сижу здесь чисто на морепродуктах. Иначе поправишься опять. Шарики какие-то. Вот такие штучки. Они руками не трогают. Ракушечки. Морепродукты замороженные. Рыба так крутится. Я зараз бегаю сюда. Подойдем к тазикам. Тазики такие стоят. Целые тазы. Называется «Гора еды». Цены такие, как везде примерно, ничего такого. Может, что-то дешевле, а в основном все так же. Ну, разнообразие, конечно, побольше. Вот такие вот. Плачет здесь чикен? Окей, чикен я не люблю. Вот опять такие же какие-то ряды. Вечерние пробки в Паттайе. Быстрее дойти пешком, похоже, чем я сейчас и занимаюсь. Это ночной рынок Паттайи, работает по пятницам, субботам, воскресенье. Не знаю, какие тут цены. Фигня какая-то полная. Никак не могу найти, где тут этих стрекоз всяких продают. Хотел попробовать. Ценник. Слушайте, платье. Бижутерия. Ерунда, короче.